Всех приветствую на канале, ребят. Сегодня мы посмотрим, как работает игра Just Cause 4 на Xbox Series S. Доступна игра по подписке Xbox Game Pass Ultimate. Весит 51 гигабайт. Погнали. Играл в третью часть, помню. Понравилось вот это сочетание парашюта и кошки. Это вот самое такое яркое воспоминание, которое у меня есть об этой игре. Перестрелки такие, чем-то похоже было на Far Cry, тропические острова. Прикольно было сделано, прикольная задумка. Посмотрим, как работает четверка на Xbox на сегодня. Так, играть под именем давайте подтвердить. Так, окей, продолжить. Эпическая нас заставка встречает. Молния. Just Cause 4. Подписчик просил сделать обзор на эту игру, поэтому посмотрим, как она оптимизирована, насколько хорошо она работает. Так, давайте привяжем, давайте потом это все привяжем. Давайте посмотрим настройки, что у нас есть. Для начала сделаем тише немного звук. Мне немножко оно... Громко, так, давай громкость голосов также сделаем. Так... Это вот так, музыку тоже потише немного, даже вот музыку на 70, чтобы она не мешала нам. Здесь также сделаем. Громкость магнитолы вообще сделаю тише, потому что YouTube у нас может ругаться на какую-то музыку. Так, язык аудио русский. Субтитры, ладно, это у нас есть, давай. Назад, смотрим, что у нас есть по графике. Так, сохранение, не, у нас ничего, игровой процесс. Графики у нас никакой нет. У нас здесь 30 кадров. В режиме 30 кадров игра работает. Так. Погнали, новая игра. Не совсем как бы хорошая оптимизация, можно сказать. Можно было сделать и 60 кадров. Для подобного жанра игр как бы 30 кадров это немного маловато. Мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть вживую, потому что я в нее еще не играл. Но как по мне, как бы 50 кадров это прям must have. То, что должно быть. Я буду следить за тобой. Неплохая картинка, ребят, я вам скажу. Реально неплохо выглядит. Так, зацепить. А как прыгнуть? Не понял. Зацепить. А, нажать. Все, понял. Прикольно сделано, реально прикольно. А, не понял. Так, мы зацепили. А как подтянуть? Два раза? Два раза нужно нажать, да? Давай. Да. Нажимаешь два раза, ты просто притягиваешься. Классная картинка. Вот зима такая вот реально красиво сделана. Следы оставляет. Ну, даже какие-то следы вот есть. Конечно, они не супер реалистичные, но оно прикольно сделано. Снег, там горы, реально прикольно сделано. Но я вам скажу честно, как бы мне не хватает вот резкости картинки 30 кадров. Почему-то мне не хватает, ребят. То есть я хотел бы 60 кадров. Посмотрим, как это будет играться. Но я хотел бы, чтобы здесь было хотя бы 60 кадров. Картинка красивая, реально красивая. Так, доберитесь до и лапы по ориентирам. Давайте доберемся. Путь закрыт. Здесь мы можем расстояние очень быстро преодолевать. Конечно, смогу. Так, перелазим. Ладно. Куда теперь? Так. Видишь свет за долиной? Отправляйся туда. Прыгнуть с края нажатия. Какая вот наш парашют. Башня. Хорошо нам известный по прошлой части. Мир, избавит людей от торнадо и ураганов. И большинство жителей Солиса верит ему. Сегодня проект Лапы перестанет быть проблемой мира. Доберитесь если до посадочной зоны. Сработает. Сработает. Так, как-то он... Давай как-то приземляться. Сделано. Хорошо. Двигайся вдоль трубы. Столкнешься лицом к лицу с черной рукой. Мы так. Уже сталкивались лицом к лицу. Туда нам нужно, да, я так понимаю? Ну да. Ух ты! Что такое? Просто прыгнул на... И взорвался. Так, ладно. Давай. Прикольно, кстати, сделана вот эта механика. Кошка, это кошка. Кошка ж, по-моему, называется, да. По-моему, это называется кошка. Прикольно сделано, реально. Добавляет какую-то свою изюминку в игру.
Так, давай, вылазь. Так, мы здесь, отлично. Так, открыть. Ящик с оружием? Черная рука как следует готовится к операциям. Давайте пробуем их убить. Прикольно сделан взрыв. Вау. Реально круто. Так, противник. Давай, подходи. Можем даже этой кошкой биться. Смотри, нажимаешь вот на Б. По кругу. Делает круговой удар такой кошкой. Так. Ну, в принципе, нормально, я скажу. Как бы нету такого, что прям невозможно играть. Ну, в идеале хотелось бы хотя бы 60 кадров, ребят. Ну, довольно-таки неплохо и так. Спасибо и на этом. Как бы можно спокойно играть, проходить. На этом серии обязательно рекомендую скачать, поиграть в нее. Так, пройти сквозь пещеры по ориентирам. Черная рука. Отлично подготовленные наемники, труд которых щедро оплачивает Эспиноса. Это его личная армия. Стрелять из оружия. К тому же весьма сильная. Перезарядка, понятно. Так, альтернативный режим стрельбы. Ага, понял. Это другое оружие, все, понятно. Вижу пласты пород. Ты на правильном пути. Сможешь перебраться? Прекращаем. Давай. Поиски противника. Продолжаем патрулирование. Без проблем. Так. Вау, вот это было круто. Вот это было круто, так. Я не могу за скалу зацепиться. А мы просто можем вот так цепляться и планировать на этом парашюте. Реально прикольно сделано. Атмосферненько так, горы вот эти. Давай. Проекты и лапа. Рика, выше есть пульт управления. Давай. Не знаю, как туда. Я разберусь. Так, это штаб, доктор. У нас чужак внутри периметра. Не понял, а где противник? Здесь чужак. Всем отрядом вступить в бой. Так, вот. Давайте пробуем кошку ударить его. Да, получается. Не прикольно здесь сделано, несложно целиться, я вам скажу. Очень легко. Так. Получай. Прикольная механика стрельбы, вам скажу. Отличается от других игр. Тут и оружие, видите, какое-то ультрасовременное. Так. Отпустить все тросы. Угу. Так, мы здесь. Думаю, ну, что так дальше? Я смогу подняться наверх. Ага. Парашют, правильно? Ну. Ага, мы просто под потоком воздуха подлетаем, все понятно. Так, почти а теперь как? Штаб, мы больше не видим. Есть, врага. Отлично. Ясно. Нужно наверх, найти. Правильно? Вот так. Давай. Ну, отлично. Ты, ёшкин кот. Какой-то пулемет. Давайте мы как-то наверх, можно вылезти. Так, вот туда давай.
Ладно. Огонь, огонь. Так, где вы есть? Огонь. Неплохо играется, я вам скажу, приятный. Приятный такой сеттинг. Механика стрельбы прикольная. Так. Никакой аптечки у нас нету, нет, у нас просто кровотечение здесь. Давайте соберем патроны, перебьем их всех. Это можно взорвать? Нет, да? А не, что-то взрывается, смотри. Мы взорвались. Нормально. Мы взорвали сами себя. Нечаянно тросом этим ударил. Видите, зацепил бочку, и она взорвалась. Ничего, давай повторить. Надеюсь, это все сохранилось. Так. Смотрите. Смотрите. Думаю, так я смогу подняться наверх. Готово. Внутри смотри. Так, куда дальше? Можем сразу туда перелететь. Этому пульту давай. Отлично, отлично. Смотри, как он быстро. Так, Мира, я нашел пульт управления. Подключи меня, и я найду Эспиносу. Подключаю, давай. Подключаю тебя, Мира. Хорошо. Но пока давай попытаемся. Оставайся выжить. Рядом с пультом управления, или я потеряю связь. Ага, понял. Надо пытаться выжить, пока она там все настраивает. Так. Я постараюсь побыстрее найти его. Так, эта турель меня просто убивает. Смотри, как она больно бьет. И там наверху что-то есть, да? Так, мы его убили, отлично. Как это убить? А, смотри, он за каким-то щитом стоит, его так просто не убьешь, нужно обходить. Так, это взорвали, давайте, взлом. Взламываем этот пульт. Патроны. Так, новая пушка. Гранатомет. Давайте гранатометом просто будем сейчас валить. Где они? Я тебя достану, Нина. Угу. Не тормози. Держи. Всем воздам. Не нарушителя. Попробуйте, ребят. Они пытаются, дамочка. Попал, нет? Вот так, отлично. Я так понял, мы даже можем этот транспорт садиться. Но давайте пока подождем, пока происходит взлом. Так. Патронов нет. Тут полно бойцов в черной руке. Я разобралась с системой безопасности. Просто подожди еще несколько секунд и сможешь пройти дальше, Рика. Ищу его. Ага, не торопись. Давай, еще чуть-чуть. Почти взломали. Вон они.
Ловите. Отлично. Вон там. Я его нашел. Это бронированный тип. Его офис в верхней части башни. Высоченно, а он на самом верху. Да. Вряд ли отлично. Он продержался так долго. Давайте пропустим эту катсцену. Какая-то предыстория. Интересно. Во, тропические острова. Это более интересно. Мне этот сеттинг как-то поприятнее. У него сразу ассоциация с Just Cause. Третья часть. Безрок. Такие листья реально прикольно сделаны. А у нас нету крюка, смотри. В натуре как без рук. Настолько привыкаешь к нему, что прям непривычно. Так, какие-то животные. Реально непривычно. Неплохая графика, реально, ребят. Неплохая картинка. Хотелось бы, конечно, все-таки хотя бы 60 кадров. Я уже молчу про улучшение какой-то графики. Но она неплохая, смотрите. Даже вот всматриваться даль. Реально неплохо это все выглядит, ребят. Поэтому Just Cause 4. Кажется, это нужное место. Однозначно рекомендую на Xbox Series S. Она там серии, тем более. Дары в 30 кадров, впервые он удобно играется. Я думал, подобное. Будет хуже, ребят, честно вот вам скажу. Я думал, будет хуже играться, но очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Неплохая картинка, неплохая оптимизация. В плане о том, что 30 кадров, как бы, но они очень плавные. 30 кадров здесь ничего не подтормаживают. Даже при них можно спокойно целиться и прыгать. Я знаю, что ты не боишься. Поэтому, я ребят, рекомендую Just Cause 4 на Xbox Series S. Кому понравился данный выпуск, ставьте лайки. Пишите комментарии. Пишите в комментариях обзоры, на какие игры вы хотели бы увидеть у меня на канале. Буду стараться делать для вас контент. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.